изъявила желание участвовать в проекте и не как член жюри, а вот тут, со стороны сцены, мы слегка удивились. Но не пожалели об этом ни разу, потому что даже она иногда получала в свой адрес красные кнопки жюри. Лариса Долина! А я повторяю вновь и вновь, не умирай. Это была череда ярких и запоминающихся выступлений Ларисы Долиной на проекте «Универсальный артист». Более того, сейчас она одна из лидеров в нашей турнирной таблице. И если все началось с джаза, то почему? Почему мы должны от этого отказываться? Лариса Долина, «Too Close to Comfort». Be wise, be smart. It's too close for comfort. Behave, my heart. It's too close for comfort. Be wise, be smart. Behave, my heart. Don't upset your card when he's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your feet. He's so close for comfort. Too close for comfort. Please, not again. Too close to know when, when to say when. Be firm, be fair. Be shy, beware. On your guard, take care. While there's such temptation, one thing leads to another. Too late to run for cover. He's much too close for comfort now. Be wise, be smart. Be sweet, my heart. Don't upset your guard. Well, he's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your feet. He's so close for comfort. Oh, too close for comfort. Not again. Yeah! Too close to know just when to say when. Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care. While there's such temptation, one thing leads to another. Comfort now. One
сейчас давайте отмотаем назад, в тот момент, когда вы приняли решение участвовать в проекте. Все-таки удалось же получить в свой адрес некоторое количество красных кнопок. Меня это совершенно не огорчило. Моя главная задача была просто попробовать себя в разных стилях. Потому что все, что я делала на этом проекте, практически все, но кроме джаза, это то, что я никогда до этого не делала. Поэтому мне это, я получала истинное удовольствие, я этого не скрывала и не скрываю. Собственно, поэтому я и пришла в этот проект, отказавшись от членства в жюри. Вот и хорошо. А, кстати, в интернете идет там такое своего рода обсуждение. Люди выбирают лучшие номера в исполнении различных участников. В вашем исполнении всем безоговорочно больше всего нравится Маруся. Я так и знала. Это выбор народа. А вот что скажет жюри, мы узнаем прямо сейчас. Уважаемые члены жюри... Маруси сегодня нет. У нас сегодня Лариса Долина в своей джазовой модификации. Александр, давайте с вас начнем. Что тут говорить? Прекрасная женщина, прекрасный голос, большой талант. Лайма. Вот все, что уже только что сказано, плюс есть нутро, есть прожитое. Есть, я понимаю, человек понимает, что он делает. Настоящий, настоящий универсальный артист. С большой буквы. Лариса, ура. Анжелика Варум. Спасибо, Лайм. Лариса Александровна, во-первых, вы, конечно, знаете, насколько нелепо... Прекрати меня называть по имени отчеству. Лорочка, любимая. Вы знаете, насколько нелепо я себя сейчас здесь чувствую, вы меня понимаете. А я всю программу как нелепо себя здесь чувствовала рядом с Ларисой. Вы знаете, встречаются бриллианты достаточно такой исключительной чистоты. И им имя «Универсальный артист». А есть планета Лариса Долина. И все. Как ты красиво говоришь. Макс Вадиев. Ну, на самом деле, по большому счету, я могу сказать, что это музыкант, блистательный музыкант с самой большой буквы. Вот и все. Поэтому, мне кажется, в этом это все сказано. Просто большой музыкант. Спасибо. А что мы имеем-то в итоге? В итоге мы имеем, что Лариса Долина. 4 из 4 возможных. Спасибо вам, ребята. Я вас всех люблю. Не потому, что вы мне поставили зеленый свет, а потому, что я просто вас люблю. Лучше не скажешь. Лариса Долина, спасибо. Вообще, я вас всех люблю. Спасибо.